практика, которую можно добавить утром, для того, чтобы побыстрее проснуться, взбодриться, улучшить кровообращение, особенно у кого низкое давление, многие писали в чате, это прохлопывание тела. На нашем теле, как я уже говорила, огромное количество марма-точек и каналов всевозможных. И очень полезно прохлопывать все-все-все тело. Хорошо это делать после душа. Вы выходите, становитесь на коврик прямо в мокром виде и, не вытираясь, начинаете себя прохлопывать. Это активизирует все меридианы, все точки, быстро пробуждает и тоже выводит хорошо очень токсины. Начинаем всегда сверху. Начинаем прохлопывать, можно по чуть-чуть прохлопывать щеки, потом берете, потихонечку прохлопываете или постукиваете так маленькими кулачками, но лучше вот похлопывать ладонями. Область затылка, шеи, макушку, да, то есть очень полезно, в принципе, когда вот вы это потихонечку прохлопываете, да, и ну, хороший такой идет отзыв на эти вибрации у гипофиза, эпифиза у нашего, улучшается мозговое кровообращение. Затем вы спускаетесь вниз, обязательно прохлопайте вот эту область под ключицами, да, то есть там, где тимус находится. Обязательно можете шею, да, чуть-чуть прохлопать, там щитовидная железа. Начинайте прохлопывать все руки полностью, суставы. Хорошо прохлопывать конечности снизу вверх. То есть начинаете от ладошки, заканчиваете на плече. Опять спускаетесь к ладошке и опять прохлопываете. Потом спускаетесь вниз, прохлопайте грудь, да, прохлопайте бока себе, область животик хорошенечко прохлопайте. И дальше бедра, дальше особенно хорошо полезно прохлопать боковую поверхность бедер. Там у нас проходит канал желчного пузыря, начиная от ягодицы сбоку и заканчивая прямо у самой ступни. Вы прохлопываете вот этот канал желчного пузыря. Прохлопываете также ноги, то есть полностью всю попу. Попросите, чтобы кто-то вам похлопал спинку очень хорошо, так прохлопал снизу вверх. То есть начиная от попы, двигаются вверх и прохлопывают спину. Опять спускаются к попе и опять снизу вверх. И потом сядьте на стульчик, прохлопайте ступни, каждую ступню тоже. Вот, это такая техника, которая улучшает кровообращение. Очень красивая кожа становится, уходит целлюлит от нее. Как вы знаете, во всех антицеллюлитных массажах есть такая вот, ну, практика прохлопывания. Ну и когда хлопаешь себя, ты можешь сам контролировать и регулировать, насколько как бы хлопки сильные, да, то есть их силу, чтобы было приятно, да, чтобы не было такого какого-то неприятного чувства. Хорошо убирать застой.